Территория магазинов, то есть тротуар, должна быть вымощена плиткой. А если плитка повреждена, то владельцам прилегающей торговой точки предстоит сделать ремонт. И, конечно же, позаботиться об озеленении. Ведь Анапа – город цветов. Первый объект, на котором остановилась рейдовая группа – торговый центр «Олимп». Сюда мы пришли потому, что это один из первых торговых центров, который здесь открылся. И проблема возникла по благоустройству здесь, потому что в этом торговом центре на сегодняшний день каждый является собственником. Собственником помещения, собственником определенного магазина. И получается, при разговоре с каждым собственникам все соглашаются о том, что город должен выглядеть замечательно, красиво. Но на деле у нас оказалось торговый центр «Олимп», который находится в самом сердце Анапы, можно так сказать, у нас на сегодняшний день в неприглядном виде. Межведомственная комиссия собрала всех собственников магазинов торгового центра «Олимп» и была назначена окончательная дата ремонта фасада и приведения в порядок территории 25 апреля. По улице Горького от Гребенской до Красноармейской были проверены все ролеты и магазины. Всем, кто портит облик улицы, вывешенным за пределы магазина товаром, сделано замечание – разместить товар внутри торговой точки. Межведомственные комиссии будут выезжать и точно так мониторинг. Специалисты управления торговли будут проводить по всему городу. И не только, я думаю, по городу, но и в сельской местности. У нас Анапа, Витязева, Благовещенская, Суко. Они также должны быть очень привлекательными для туристов. Лариса Басова, Андрей Стародубцев, Анапа регион.